28 августа в Жорецком районе состоялось очередное заседание районного совета народных депутатов, перед началом которого его председатель Сергей Саблин от имени депутатского корпуса поздравил главу района Александра Быкова с юбилейным днем рождения и вручил ему почетную грамоту Тамбовской областной думы. В ходе заседания народные избранники рассмотрели три вопроса: отчет об исполнении бюджета Жорецкого района за первое полугодие 2019 года, подготовка учреждений социальной сферы к работе в осенне-зимний период и работу административной комиссии за 2018 год, первую половину 2019 года. По первому вопросу выступила заместитель начальника финансового отдела администрации района Любовь Панферова, которая отметила, что за 6 месяцев текущего года доходы районного бюджета возросли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года более чем на 23 миллиона и составили около 240 миллионов рублей. Традиционно основными статьями расходов являются образование, культура и другие социально значимые направления. О подготовке к отопительному сезону депутатам доложил заместитель главы администрации района Александр Горбунов. На территории района находится 35 котельных, из них 12 в муниципальной собственности. Потребителями тепловой энергии являются учреждения социально-бюджетной сферы и жители 29 многоквартирных домов на улицах Чкалова, Серова и Интернациональной. Были выполнены основные работы по ремонту котлов, электротехнического оборудования, запорной арматуры. Принимая решение еще по одному вопросу повестки дня о работе административной комиссии, с информацией выступил заместитель главы администрации района Олеся Зеленихина. Депутаты рекомендовали главе администрации города, главам сельсоветов и должностным лицам, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, активизировать работу по выявлению и пресечению нарушений, предусмотренных областным законом об административных правонарушениях в Тамбовской области. По всем вопросам повестки дня принято решение, вопросы рассмотрены. Отчет об исполнении бюджета Жерлевского района за первое полугодие 2019 года утвержден. Ну и все вопросы, которые рассматриваются в повестке дня, приняты к сведению. По окончанию заседания проведены публичные слушания по вопросу водоотведения на территории города Жерлевка, о вступлении в концессию, в программу по развитию водоотведения города Жерлевка.